Вообще исторический момент показываю, ребятки. Смотри, вот сейчас я эту газету постелю под елку, которая упаковывается на неопределенный срок. Джефф Бек, Тина Тернер, Лиза Мария Пресли, дочь Элвиса. Все в 23-м году. А вот это кто? А, это Билли. Точно, я же думал, Билли, не Билли. Ну, в общем, вот это я кладу на дно. И пускай оно там будет. Мою елку беречь. Святое имя Лизы Марии Пресли, Джеффа Бека и Тины Тернер. Да, грустно. Сосновые леса, пошли горы. Вот сейчас вот я к озеру к этому подъеду гигантскому. Блин, реально красиво. Ну вот. И, судя по всему, здесь шел сильный дождь, потому что... Ладно, эти самые гирлянды вот уже тоже сейчас буду упаковывать.